По исступлению вижу, нахуй, все. Да, нету ПВП вещей, но и проф нету. Ну, Я как-то пойдешь. на ПВП забываю смотреть, блядь. Бля, что тут со спеком? А, все нормально. Так, ну все, давай, сейчас меточки отдам. Ты Танки. их дис раздай сначала. Отдам, И правила смотри. раскидай. Да, так. Я тогда, наверное, вместо монки рогу поставлю, корку. Нахуй. Я заскринил на всякий случай. Так, пусть не пиздят. Я протобафу Так, ну раскидал. давай, как воин показывал. Валера, тогда держи Олма. Поставил у него что-то на тебе квадрат. А, так. Айхимик, держи Кроша. Он тебя Да его слышит? нет еще в DC, подожди. Ну, неважно, я метки расставлю, там будет видно. Вот, и хулиган, тогда держишь всех остальных троих. Короля и вон тех двоих. Еще поставлю тебе метку, где? Сюда отводишь. А мы не отлетать не будем? Может, ему тогда... Ты думаешь, что вы не будете отлетать, потому что вы поделили двух челов? В том-то и смысл. Так отлетает от Кигелера или от Слепоглаза? Отлетает, если сразу и порча на тебе, и вылетает шар. Если порчи нету, не так плотно. Нет, я про то, что, в смысле, отлетает, там какой-то из них взрыв кастует. Потрясение, которое отлетает. Ну, они в луне стоят, в чем проблема? Да, ну, рейндж, ну ладно. Ну, блядь, не проблема, я думаю, не отлетим, все. Ну, да, или слева встанешь, короче, как тебе удобно. Я еще ДПС терять буду, пока Ой, собак там контролить буду. Да, собак надо будет поконтролить. Айхимик, ты здесь? Слышишь меня? Айхимик? Да-да. Ты... Бля, почему у тебя метка слетела? Ты кружочек держишь. Понял. Поставил. А, все понял, почему метка, блядь, слетает. За тубан, блядь. Вот. Давайте, рыбку ставлю, кушайте. Блять. Че, блять, может. Да продам без проблем, ребят. Масло на тело намазать, да. Порвать тебе по ДПС в сухую. Да порви, мне насрать. Кому там фласка надо было на СПД, вот я вышел. Тут одной фласки на весь рейд хватит. Она, блядь, стоит 47 голд. Давай мне тоже. Раз такой добрый. 47 голд, как бы. Следующий. Так, все. Давайте сейчас побахну смотреть. А еще, блядь, один, что ли? Ну, вроде еще присты были. Дал. Ты проверил на этот самый, на дис. Да. Настой, локал, ракомакафос, ликил. И баф еды с ликил. Паладин, если я правильно его не читаю. Да, я не буду в DC, блядь, ждать, пока там кто-то один не зайдет, насрать мне на него. Все готовы, посмотрите, там, поели, не поели, настоя. Не выпейте, мне насрать, просто шмот не получите. Я не буду никого заставлять. Анзай, ты напиши, что на хила-то ролишь. Ретрик, если ты ролишь на хила. Пахала. Да, кстати, я же тоже на хила ролю. Я на Элема ролю. Мне на хила вообще ничего не надо здесь. А, ну все, окей, я прописываю. Прописывайте в DC, прописывайте, если надо. Так, готовность проведу. А, Ретрик так и не изнул. Блять, Ретрик АФК. Насрать, без него изнул. Все, подходим. Вливаемся в квадрат все. Давайте, даю, намажьте там или груды. А кто держит квадрат Тира? Да. Да. Там еще в DC не все зашли. Он догонит, насрать. Даю отчет, поехали. 5, 4. Набухивайтесь. 2, 1. Поехали. Геро. Дайте, отлично. Байкондука плохо. Прожимаетесь там танки? Да, мне пока вообще нормально, мне не надо прожиматься. Ты говорю, тебя без порчи так не разъебывает. Маги суруйте у второго щиток появится.
Заебали там бурстить, блядь. Я подведу их чуть-чуть, чтобы сплевали. Блять, нахуй убили просто босса. Как я тут давно не был. Поехали в печеньку. Угу. Да нихуя, Валера, не тащи пока ничего. Ну как, ничего. Будет уже умирать, притащишь. Понял. Тащить кого? Слепоглаза, Киглера? Кого хочешь. Понял. Кто тебе больше понравился? Щит своруйте-то, ребят, щит своруйте. Угу. Долго очень думаете. Давай я стяну с ДК, наверное, следующую тычку. Угу. Ну, пока, блядь. Думаю, ты можешь подводить. Сейчас. Отлетел вовремя. Он стоит. Что орёшь-то, блядь? Киглера заехали? Ну, ДК притяни, пожалуйста. Он, ты чё, умер? Ну, переогрел, блядь. Он толстый, зараза, он неподъёмный, не тянет. Вагон дай, ВР, пожалуйста. Каст, кикните, каст, ну сбейте его, каст. Ну чё вы всё стоите? Бьёт? Да, этот бьется. Кажется, он не бьется. Попробуй сам сбить сейчас. Вот сбил. А я не видел, нахуй. Еще раз бей, да? Сука. Так, ДК держи. Сейчас следующего приведу. Рановато, вот этот стик где-то тащил. Я знаю. Просто ДК отдал. Смотри, там вихрь 6 секунд. Вот я вижу. Он пинает. Пока лечу, ШВД кидаю. Вот вообще. Нормально, с личным вообще. А у меня показывал ДЦ первую поездку. ДК зачем-то отдал вторую поездку, в себя зачем-то. Что, можно? Мана не тратилась. Что, тебе что ли давать? Нихуя ты умный. Конечно. Ты сначала мага по ДПСу догони, а потом... Не хочу. А кому хотите сдавать? Я на расслабоне, на чили. Да-да, проебал сразу такой на расслабоне, на чили. Я же сказал, что я тебя обгоню, поэтому я на чили, на расслабоне. А меня, блядь, я с ШП, меня кто угодно обгонит. Это вообще не достижение, нихуя. Достижение для всех. Ты меня не обогнал, вот это было бы хуйня. Да ты вообще рад, ты радуйся, ты вон Монки обогнал. Да это, блядь, норма. Вот у нас 5 человек с таким отрывом идут. Ну и маг тоже от нас, в принципе, на первом месте с большим отрывом. Ну, там отрыв не такой значительный. Хотя, в смысле незначительный, охуенно значительный. 2000, да. А вихрь 5 секунд. Вихрь, да. Ну, отбегайте лучше, Мелики, поздно. Ща, да уебывается. Чпуньк. Прожал 50 на 50. Правильно сделал. Я следил. На нахуй, ебать. У меня мана кончилась. А есть гимн там на ДЦ? Кому-то дали пизды. У нас отлетел паладин. Ну, с кем не бывает. Ой, ДЦ прям спас вообще. Охуенно. Когда стоял, блядь. Тучку не хотел прожимать. Ласку тяжело было выпить. Так я припот и пот выпил, нахуй. Ласку? А я набухаться забыл. Чё? Ты и гимн не хотел прожать, да? Так, блядь... Потому что я-то не могу как ты воровать, нахуй. Еще и у тебя все равно воруют. Вихрь, блядь, это вбежали. Я ману-то не ворую. Отбежали. Если ты перекачиваешь. Ну, это я на это трачу одно ГКД. Только танки стоят, бьют. Вот именно что. Но ты вот себе СПД все равно же кидаешь. Есть же все до сих. Нет. Зачем бьют. Он мне не нужен? У меня столько духа нету. Бьем дальше.
Ну и похуй. Бля, дайте шамана, я заебался. Чё, да? Забей. Это все. Ой, ебать, он меня чарж дал. Ебать, он улетел нахуй. Можешь спекаться, хулиган. Сдох и Женю обогнал. Понятно. Слабо. В смысле, я без маны стоял полбоя, ты шо? Рольтик. Да-да. Пошел не шаманом, выпал токен на шаман. Классика. Но в спек там парольте эту хуйню. Там на энка может быть. Никому там шамана не надо. Так, сейчас я на ловкого паладина заберу. Ну, наручи пороть, наручи пороть, латные. Танки кто остались? Ну, ты и Айхимик. Айхимик, тебе правый, мне левый. Забирай. Сейчас, подожди, этот уйдет хил, стой. Жрец. Нахер его не надо видеть лишним. Бать, такие наручи охуевшие. Забирай. Сюда ведем, чтобы он не согрелся. И держим. Плечи ролим, паладин, разбойник, шаман. Сюда. А ты чё, ролил на кого-то другого? Или у тебя нету? У меня? Ну я могу на танка забрать. Так ты не писал нихуя. Ты же знаешь, что я одет дохуя. Блять, я-то знаю, другие люди не знают. Вот ты пиздец. Да похуй, надо другому вообще, без разницы. Анзай, чё? А, Анзай на Элиман. Ты вот напиши все еще раз. Я-то, конечно, знаю. Мне все равно штаны нужны еще на Редрик. Сейчас бы уже это... Штаны, да. Сейчас бы уже на танке что-то помаял. Мороза бы нам танковал. Да, все равно нам невыгодно его в танка делать, в танка переводить, пока не появится ДПС, равный ему. Ну да. Еще не родился тот, да? Да, вот именно. Тебе не деревья валить, ебать. Они с бразильцем не успели сделать нового паладина. У меня правый, у меня левый. Выводим сюда. Стоим, дамажим. Да, будет сделано, ебать. Сводим. Все, свели, встали. Держим своих. Ты поведуха, что ли? Уже. Я паладин танк. Да, блядь, звучало нахуй по-гейски. Ага, так и есть. Ты там очень гордо. Блять, не, я сейчас хуй. Я ж паладин танк. Кто вам сейчас? Оторву нахуй сейчас. Оторву сейчас. Касочку не дашь, блять, вы там пеной зайдете. Да я могу каску-то кинуть, как бы, 8%. Да, это не то, да. А вот кулачок, да, там некоторые ссутся. Ну, ДК, ты второй тогда будешь по углу сидеть. Тебе проще набить, а на пулы сдавайте в тераторку. Да, пожалуйста. Все. Держи громилу, ДК. Я возьму все гронов, этих жрецов. А Анзай, сядь, пожалуйста, на звезду. Я понял, череп беру. А, Анзай, звезду, косты покикай, пожалуйста. Да. Так, блядь. Я и... Не буду метки нихуя расставлять, сами вокруг грула распределяйтесь. Бегайте, раш 10 себе напиши. А то все начинается. Потом ты будешь. Все, блядь, все ко входу побегут. А похуй мне, кто умрет, тот лох. Тому минус скролл. У нас столько урона, что, блядь, умрет пол рейда, мы все равно убьем. Те, кто шарят, не умрут. Так а у тебя сколько ты? Рыбу не буду ставить, перебафайте. Не буду ставить. 0? Нет, нахуй. 5-4-0, да? Ну, короче, он для ЛПХ спамишь. Всё, всё на пол всех тераторку скидывайте. Я думаю, так наберется. У тебя нахуй сорвут. Да, все, разбегайтесь. Место еще ебанись. Ну я поплотнее еще ДК. У нас там сколько раньше? 10 или 12? 10. 10? Нормально будет. Я все равно тучку жму, у меня еще похуй, я никогда не умру. Все, даю отчет, поехали. А, подождите, блядь. Сейчас я ману восполню.
А что-то, что, без мана не дамажится? Ну да, что-то нет, как и ты. Не дамажишь без мана. Я палкой могу бить. Сука, блядь. Все, двуручный, значит, тебе посох отдаем. А, древковая, нахуй. Двуручный посох. Меч ему просто даем, да. 4, 3, ага. 2, 1. Алебарду хоба. Как я, блядь, согрел, если я еще не бил? Да шо, нахуй? На полу не сбавься, давай. Максимально в ДК старайся, а УПшками хуярить. Меня на полу будут сбивать, и они должны перегнать милицию. Что-то Валера кричи про Сальву, хорошо? Там ну, может пока... Полипалу крикнуть. Он ну, пока хороший. Что. Пока что все хорошо. Бля, набухаться забыл. Так, ДК, на откидывании ты стоишь под правой его рукой, для тебя... 5 секунд до откидывания. Вот так и стоим, короче, ты под правой, я под левой, стучу на откидывание. Готовимся. Побежали, ёпка. Всё, так стоим, отлично. А, у меня тучка в КД, ну, похуй, рядом никого нет. Кто-то маж. Видишь, какие люди молодцы. Побежали. Бэл даём. Давайте бэл. Ведь хотят, ёпта. Монки, ты слишком сильно горишь. Чересчур. Даже ДК обогнал. Ну, смотри, Монки, сейчас отвалишься нахуй. Да, ловушку пойдешь ставить, а ты валишься. А так Мелика убьет кого-нибудь. Нет, в этом что... в Гере он интересный. Да. Руки там хуярит. Да нет, там крик. По-другому стало. Руки-крюки. Бля, что-то вообще ДПСа нет. Локла. Слабой. Я ШП, мне, у меня, блядь, самая охуенная отмазка, я ШП. А я на расслабоне. Сижу, чека, пайкой давлюсь. Да, у нас, короче говоря, весь топ, блядь, я не вижу милишников даже в агролисте практически. Там где-то коба есть и все. Это первый милишник, блядь, после четырех. После четырех, да, блядь, игры вот ДК, и там куча РДДшников, блядь. Удар еще 40 секунд, хуярим, не стесняемся. Сука, немота пошла. Ну все, пиздец, сейчас коба вырвется. На этой палу подамажить. Коба так пытается вырваться по ДПСу, я каждый раз ему салю кидаю. Он сам себе кидает, я. Судя по всему. Я себе ее не кидаю, нет. А кто интересно, тебе сейчас кинул? Вот мне я кинул. Хулипал какой-нибудь? Наверное. Он все, коба улет. О, отбегаем, бля, забыл линкануть, сорян. Просто я слишком заебатый орал, поэтому не линканул. Так. 50. О, ага. Мак умер. Блять, дашь БР, кто у нас там, блять, хулиган? Мак где-то вот тут вот лежит. На мини-карте показал. Пробегись до него потихонечку. Еще, в принципе, пол хп у босса долго бить. Все, Мак, вставай. Да, нахуй. Дай тебе ему каску, кто каски кидал. А он сдох тут же. А, понял. Как он умер-то? Я не его. Давал, что ли, его резнули? Я не его. А, ну а шо ж ты встал, зачем? Сразу давал, появился. А-а-а. Бывает. Ебать я даун, блять. Без слова тьмы боль бил нахуй всю дорогу. У нас вообще еще один друид есть. Вагон. Ничего, подождет. Сейчас после следующей отпрыжки посмотрим. Ты там хоть спиной встань, блядь, ёбаный в рот.
Нет, не хухили. Я сейчас стану нахуй. Знаешь, такой ревностный, блядь. Ту-дум. Хочешь, я тебе ХПС подниму, давай просто буду стоять, апаться нон-стопом. Лучше будешь мне ХПС поднимать. Скоро откидывание, через 5 секунд готовимся. Прожиматься надо на откидывание? Народ такой назад отходит, думает, их, блядь, не притянет. Это не так работает, ребята. О, меня сейчас убьет из-за непрохила. Почему? А мне плохо, у меня тучка есть. Пиздишь мне. А потому что... А все, видишь, захилили. Гимн залейте, пожалуйста. Нету. Кажется, есть гимн на ману. Кто-то по ушам прям свистит, чувствуется. Фуловая мана, нахуй я заливаю. Отвожу завал, завала, ворчу. Я химик аккуратно, там завал уже. А, сука. Коба, бухни ты, трезвеешь. А, ты уже бахнул. Все нормально. Вот это вот разговоры во время боя. Бля, бухни, братан, по-братски. Там прожиматься надо начинать? Не-не, забей. Мне уже по 17 тысяч хуй прилетает. Ну, пусть похилят чуть-чуть. А мне ДЦ дал зубы, все. Они сейчас через секунду закончатся, что все, блядь. Все кончено. Блядь, я сильный, нахуй. Ну-ка шлепни. Да хуйня там через щит вообще нихуя не проходит. Завала нахуй. Повал. Нахуй ты 50 на 50 тыкнул, блядь. Да я потому что я могу отъебись. Сука, слабый. Я бы щит еще снял нахуй. Отпуск. Валера, расскажи, как там в отпуске? Работягам-то. Короче говоря, у меня ремонт дома. Темно, магика. Знаешь, как у меня жена? О, какой сессия, блядь. Когда он нахуй не срался. Ролим топ 5. Рольте я вам устрю, кто там топ-5 по ДПС. А то, что те, кто ролит на хила? Кто ролит на хила, тот тоже может его, потому что он, блядь, это... Хилы плюс топ-5. Не знаю, на каком месте, ну-ка, блядь. Мак ролил. А Мак тебе что надо, что ли, нахуй ролил? Займ. Нихуя непонятно, нахуя Мак ролил? Займ ролил, у меня не отображается. В вас играю. Да не, не надо, мы честные люди. Я тебя не считаю, это локал. Тебе же не нужна эта треня? Мне? Я позабрал. Да. Ага, сейчас локал. Там кто? Мне не нужна. Том маг идет. Какой там второй получается маг? Ну, короче, вылезает Анзай в пятерку. Мне уже впадло дальше считать. Где она будет? В прошлый раз тоже же Анзай сролил, мне отдал. Вообще вот это было дело. Он вообще безучил, мне Т-шку отдал. Да, пароль те латные перчатки. Анзай слишком много всем отдает. Да, слишком щедрый человек, слишком хороший. Я вам тоже отдаю вещи, а они не дамажат, как так. Пал одеваю. Ретрик. Я зато я хилю нахуй. Потому что у него там вообще говно. Тебе бы для начала Т-шки на ДЦ добрать. По ноже паролим. Анзай Пугу отдал 258-ю. Ну так ты че не ролишь, ты же на хила ролишь. Я ролишь, а ты роли. Так, а нету у него Т-шки рядышком еще посмотрим. Нет. Нету. А, ну, все, тогда честно все. Блять, сейчас. Не могу фласку найти мне. Блять, перед пулом. Вижу, вижу, все. Я, блядь, все просматриваю на всех. О, так ты же перед пулом нажимал. Ну, блять, я хуй, может, я долбоеб, я все равно перепроверяю. Ну почему может быть, так и есть, нахуй. Ну согласен, лучше. Честно. Ну, у меня, блядь, воображение я проверял, нахуй, перед пулом, на самом деле нет. Так а че, хочешь магика подержать? Я на кубик встану. Да. Нет. М? Могу постоять на кубе, могу постоять на кусе. Бля, я на кубике больше. Могу постоять за себя. Давай, давай Валеру, Валеру в танке, пусть босса танчит. Кстати, Жень, вот на этом, на ебучем смотрителе мы добили, помнишь? Мне, короче, упал молот
на аннигиляцию. Я когда пытался прожать молот, он мне каким-то аддоном заблокировал, типа, эту хуйню по центру экрана, пишет, типа, невозможно, сука, применить, пока не отключишь все модификации, нахуй. Да, да, ну, еще возможно, прибывает такое, поэтому... Бартендер или что-то еще. Да нет, у меня... Подобное такого... ему. У меня я говорю, нет. Да, бывает такая... Поэтому и макрос мы писали, но я играл на X4. А он работает? Вот, я пытался в тот раз, он нихуя не срабатывал. Ну вот, вагон, линкани макрос. Да там ничего сложного в этом макросе, я не понимаю, почему он не сработал. Там же хуйня, типа, в цель выбрать, типа... Смотрителей, блядь, кинуть эту обилку. А ладно. Ты один раз нажимал несколько раз подряд? Один раз? Может быть, я неправильно написал, блядь, обилку? Может быть, несколько раз подряд надо было снова нажать? Типа, первый раз он его выбрал был в цели, а второй раз... Да не-не-не. Ну, мало ли, блядь. Ну, как кто-нибудь линканите, у кого есть макрос для сбития коста аннигиляции на смотрителя Гере. И кто его пробовал, чтобы он работал еще чуть-чуть? Да. Кто-то его пробовал, на всякий случай. Ну, блядь, на танке хуяришь, как бы даже не надеешься, что собьё, что оно тебе такой не упадет, и тут на, держи, привет, блядь. На ритейле же есть в настройках биндов, типа там можно специальную кнопку забиндить, да? И Валера, на хилботе. На эту кнопку. Валера, на хилботе забинь, нахуй. Заебись. Да, там же цель, когда берешь босса, хотя он не появится на хилботе. Если ты его запоминаешь, он добавляется. Но не, противник не добавляется, мне кажется. Да. Да. Байт макросов, пиздец. Какой выбрать? У тебя в инвентарь падает эта хуйня же, правильно? Может, нет, не... нет, это баф на тебе, я проверил. Хуево. Освободите меня. Жалко. И я, быть может, дарую вам легкую смерть. Ну, в три хила что вообще там нехуй хилить, блядь. Да и в два нехуй хилить, если, блядь, нормальные хилы. Ну, мы до этого в 2 хилили, это в этот раз, видишь, за тупанство, поэтому и в 3. Типа Нида, потому что, блядь, слакает, он прям, ну, пиздец, слакает. Ну, вот поэтому и в 3 пришлось идти. Как и тогда, как бы, ну, средний типа хил, знаешь, есть типа лоу хил, есть медиум, есть хард. Он, типа, на медиуме, Катя, вот, примерно, уровне. Ну, вот видишь, бразилец. Бразилец хороший, он хорошо все делает. Типа, это неплохо, ну, не хорошо, просто для топ-рейдов надо, чтобы ты был хард. Потеряли пацана. Ебать, забросил ловку. Ебать, БМ у нас, сука, 4К ДПС. Ну он 3% урона дает рейду. Это же мощь. Дает и аркан, блять. Да. Так, что еще хуйня? Хороший человек, рукастый игрок, поэтому был пацан и нет пацана. Вернется еще, ебать. Я сегодня Гавров встретил, спрашиваю, что, говорю, ушел. Он говорит, заебался пугов одевать. Ну а там будет одевать друзей РЛ, типа, в чем проблема? И пуков. Женя, ты тоже заведи друзей, одевай их. Да. Подружись с Валерой. Каких пугов, если он в десятке не ходит? Ну да, типа в десятках бы ему точно падало все. Хуй знает. Тут же карта. Про 20, про 25-ку. Ну бля, ну нету людей столько, чтобы ИВК 25 тянули, типа в гильдии. ДК, я же не буду потом же. ДК, держи право моба, я двух левых. Тоже люди такие странные. Ох, все возвращаются. Я не всех беру обратно. Залетаем, косты кикаем. Из огня выходим. Косты кикай. Ой, держи моба. О, могу, плашечка влетела. Без палева.
Отходим, отходим, отходим. Бля, фир ебаный. Чё, тащи еще воды? Не, у нас, блядь, вот два танка и это. И чё? И у ДК нет Т4, поэтому ему тяжело удерживать. Хепл, блядь. Ничего страшного, блядь, мы сильно не ускоримся от того, что будем бить, блядь, по несколько мобов. Ускоримся, ты не понимаешь. Они и так сами приходят, не переживай. Оба отвалился. Ага. Опять танчил. Диспельте, так... диспельте. Сука, никто не диспелит, что за хуйня? У меня ревностный есть, я могу диспелить. Диспелил его тестер. Ну ты знал, так нечестно, блядь. Не решил забайтить людей? Забери ДК моба. Рэл сказал, я сделал все. Абсолютно точно, золотой человек. Плюс 100 ЕП нахуй. Все, ввожу ЕП ради этого нахуй. За подлизывание? Да. Ну, блядь. Фу, сука, нахуй. Какой ты отвратительный человек. Спасибо. Мы тогда создадим статик. Так бывшая говорила. Не-не, куда подписываться теперь в гильду, блядь, сразу же наоборот ломанется. Они любят, когда их унижают. Когда на них орут, мы создадим свой статик, у нас будет консул лук. Будем друзей одевать. Будем говорить, с фанролами ходить. Да, говорю, говорить, что плащ, ну, не плащ с духом. Да. Будем перебором, говорить, что плащ с духом необходим. Как бы гейст-то гейст, но анроллы давайте не будем про анроллы, блядь. Это слишком много. Я введу одно важное правило, что шмотки с духом холи паладином. Только холи паларолли. Только холи паладином. А варам посохи двуручные. Да, вот посохи, блядь. Полная проблема. А как посохи одноручные введут, так тоже буду отдавать варам. Наручные вары жезлы. Да. О, да, жезлы варам отдавать. Я сразу же представился, я как Дуэйн Джонсон в каком-то фильме в платьишке бегал, вот, блядь, то же самое, да. Будем мы Кобу тогда переоденем в нормальный шмот, СПД ретрика сделаем. СПД ретрика, это, да, мечта, нахуй. Это бис вообще. Это другое. Да, Коба. Коба-то шарит. Я тебя экзорцизмом передамажу, понял? Вот, я о том же, у нас появится хоть какой-то РДД, СПД. Сгонит тебя нахуй. Ой, ой, я в тучку. Валера, от тебя опять же убегает. Да я, бля, в фире бегаю, отъебись ты от меня. Ну, женщин своих при себе держи, ты, ё-моё. Чё, пора гимн нажать на хп, всё, нажал. Давай, выхиливай. Да не, все фуловые, когда были, я нажал. Маз диспел нажми ещё. А тут нехуй диспелить, я слежу за этим. Чё, диспелись меня, пожалуйста, добав. Диспелил. Спасибо. Под щитом, да? Да мне вообще, кстати, он ничего не добавил, я не знаю почему. Сейчас прибегут люди, пафну, рыбу поставил. Да сука, блядь! Да, прям жду. Жду. Ну. Минус, а нахуй ты плюс кинул, долбоёб, блядь! А я реагировал, мне похуй. Я так, плюс минус. Раз, два, три, я четвертый, еще один человек, а. Ага, два танка минусы поставил, пошел нахуй. Блять, заебали, кидайте, кто хочет, я сейчас сам распределю. Давай мы кинем ролл, химик, давай. У кого меньше, тот на боссе. 69 лет, заебись. Бля, ну ты на боссе. Типа, не повезло. Время не тяните, встаньте, любой человек, блять, босс изичный, нахуй. Кометки расставляют, думайте. Быстрее убьем, быстрее закончу. Вон БМ с 4000 ДПС ставьте. Да в пизду я в нем сомневаюсь. Так, шо, Валера, ты значит на метках, блядь. Да. Ты тогда будешь, блядь, на кресте нахуй где-то там. Сука, я думаю, блядь.
вагон. Вагон, ты на квадрате. Блядь, да сука. О, пушечка. Так. Диегос. Диегос, это АДЦ. Ты на черепе. Подхиливаешь рядом стоящих. Зилия. Рога. Ты на трусах. И я на ромбе. Все, по кастам. По кастам, по кастам. Ой, блядь, шо у нас? Зилия, ты сбиваешь своим трусу. Трусы где стоит сейчас? Сейчас дам. Ты как распределил? Ты хулигана ставишь на куб или рогу? А чё у хулигана? Ну ты хулигану метку дал. Ничего я не давал хулигану. Чё ты доебался? На хулигане луна стоит, ё-моё. Ну и чё, луны нету, блядь, чё ты доебался до меня, не понимаю. Ну ты ДЦ поставил на череп, дал ему трусы. Ну, блядь. Что ты меня, сука, путаешь, нахуй? Заебал, блядь. Все нахуй. Рога, ты трусам сбиваешь? Анзай, ты сбиваешь ромбику. Ханкуль, ты сбиваешь квадрату? Фрейс, ты сбиваешь кресту? Косты. Именно косты и темных стрел. И что у нас там осталось? Череп. Ну, череп все вливаемся. Череп там, я затанчил. Ок, 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 хорошо. Все, даю в эту проверку. И поехали. Даю отчет. Дайте танкам свести. Сразу не дамажьте. Только те, кто сбивает косты, следуют. Бейте только к череп пока что. 3, 2, 1. Все, можно массу бить. ДК сдай бомжей. Так сразу? Да, да, скидывай. Ты сейчас поумираю. Пилять не будем. А может мы Геру не будем жалеть? Не надо ее сдавать, блядь. А че? Да есть ним нахуй. Сдай и ШП гимн на хил. У нас нет ШП, а есть, блядь. ДЦ сдай. Кто-то дни еще умер, ДЦ скинь гимн на хил. Прожмите на защиту с обилки, чтоб поумираете, бля, херя, короче, пизду нахуй. Чё, с убьём быстренько-то порезаем, чё? Это с Герой быстрее убьём. Ещё ебать до босса, блядь, минуту, минуты 10. Добивайся, добивайся, точно уже добивайте. Лера, Реса, якутского шамана. Нет. Якоба. Рыбу поставишь? Нет. Сука. Да на, блядь, на, сука, ешь свою рыбу, блядь. Поставил. Обнулите рекаунты, кто там письками мерит. Дайте босса поставить сначала, не влетайте. На пулу вайхимика. Расскажите своим меткам. Каску, пожалуйста. Нету. Я сейчас бомжа каску кину, нахуй. Не надо, все рыбалку раскидываем. Я сейчас кину, нахуй, меня не удержите. Блять, элементаль воды не удержит. Ждите, ждите, не дамаж, только на пулы бьет. Сейчас поставим. Поворачивай. Поворачивай. Все, можете вливаться. Вот хорош. Давайте Геру. Монки, ты только следи, блядь, у человечка агро есть. Напуливайте. Там ты по КД. Сука, блядь. Ну нахуй ты откидываешь, блядь. Ненавижу тебя. Чуть-чуть хосты не хватает, понял, блядь, кастлайн? Да там вспышка, у меня что-то нету. А еще не скоро, 20 секунд еще. Мне просто не пиздит. Нет. 10 секунд, подошли к платформам. Ждем вспышку, стоим.
Ждем, сейчас вспышка будет. Нажали. Держим, держим, держим. Там сейчас рога. Рога, ты отпускаешь, ты умираешь. Это очевидно. Я тут держись, алло. Я тут подшечкой держу, мне похуй. Ты щиточек не забывай ДЦ накидывать на рогу. Монг опять, блядь, полез. Ну пуливай, блядь, заебал. Аман. Ну кто-то угрожаешь человека. Заставляешь его напрягаться. Здесь там маг. Вспышка 15 секунд. После отпрыгивания к вспышку подходим к кубу. Все, подошли. Ждем, сейчас вспышка будет. Нажали. Прохилите, бля, у меня не было точки. Ну, нормально рогу прохилили. Валерон, ТС спустил, ну ничего страшного. Какие-то на 30, да, по-моему, что не помню. Да. Ну да. Четырнадцать секунд до вспышки. 10 секунд подошли к кубу. Шли к кубу, ждем. Сейчас будет вспышка. Нажали. ДЦ отпустил, отпустили тоже. Мне просто не видно, у меня огонь горит перед. А что-то может на тебя зубы еще кинуть перед. Ну, еще только зубы. Ладно. Мак только подбирается, там 90% по грубо. У меня хоп и сальва отгадашлась. Мешаешь человеку перепулить на себя, что ж ты за человек такой? Не говори, мерзкий. Ну. Да в лока напулить, чтобы его убило нахуй. 20 секунд до вспышки. Давай, у меня раскол как раз есть. Плюс мне сальву дают походу по КД. Ну кто-то дает, точно. Ну я заметил, что она прям как будто по КД в меня летит. Подошли к кубам, 5 секунд до вспышки. Как раз нормально. Пойдем. Нормально, нажали. Ще пойдет. Сбить, блять. Четко. Все, сейчас будет потолок. Да. Разошлись по краям. Ща потолок будет падать. Прожимаете защитные билки. Стянул массу крой. А вот сейчас я хуй знает, когда будет. У кого-то таймер остался, линкуйте. На скидку буду говорить. Ну чё, ни у кого нету этого таймера? Спасибо. Подходите к кубам, где-то через секунд 10 будет. А, ну вот, после отпрыгивания подходим. Отпрыгивание? 10. Что? 10. Сейчас, значит. Он пытается девушку на это, голос ее... Я не услышал, реально. Я еще подумал, это школяр, ты меня тут не наебывай, блядь. Ждем. Слышит, сидит по ушам, лапшу тут вешает, оправдывается. Да. Ну чё, он кастовать столько будет, Петыч? Я потолок посыпется. Нажали. Вот, кастует.
Бля, ждал нахуй. Наебали нас 10 секундами. Да. Ну чё, всё, погнали бить его. Да, хуярим его ногами. Бать, я на 7-м месте по ДПСу, как тебе? Нормально. Ну такое. Бля, здорово. Я подъебало пришел тут. Погнали пиздиться. А-а-а. В лужу забежал. Да, бывает такое. Это диспальнул на молах. Или под потолок, одну из двух. Да, он выкинул меня просто. Обоссанный посох, блять, выпал, нахуй никому не нужен. Вару нужен. Прольте мешок самоцвета. Да, вот это самая важная штука, которая всем нужна. Поджиг. Да ну как тихо, так, обогнал меня. Ой, блять, я не рольнул. Блять, ты можешь вообще не ролить, знаешь, нихуя не изменится. Там 92 нахуй, я близок был. Маш, прейпл ролл хороший на посох. Посох, да. Поджиг. Надо вот это кому-нибудь. Я сейчас начну, блять, сумки пихать, если вы не ролите. Я кому-нибудь доставлю сумку, да? Да, нахуй, все, отдал уже. Голову параляйте, магик. Он говорил. Почему голова этого? Смотри, два сразу. А, Ухан, доминатор. Жень, ты себе-то голову пароль. У меня есть. А. Уже кольцо топовое снял. Ты, а ты ее видишь тогда, если у тебя ее есть. Ну потому что я рыл, блядь. Нихуя. Ну, самое сомнительное заявление, знаете. Да. Ну все, сука, да. Зачем ты мне, я же тебе так отдам. Зачем ты мне кидаешь? Вот сбил мне, сука, все. Я почти вот тебе уже я засунул руку в карман. Не надо мне руки в карман сывать, девятый. Это как в Кариме, да? Ты такой как бы лутаешь кармашки, да? Но пока ничего не спиздился легально. Ролик чего не крал. Хуйню, не нужно. Это недостающая единица до сотки с прошлого рола. О, а вот и сотка. Так, а что, надо? Человек еще посмотрю. Да, у него 232-й кинжал. Да, я вижу. Я проверяю фласочки, а где-то что. Зато у Поджика есть камень. Ну, ребята, посох. Никогда его себе не забыл.